свежеомытая весенним дождем, проснулась Москва в первомайское утро. Близится начало праздничных торжеств на Красной площади. Перед мавзолеем Ленина проходят колонны участников военного парада. На центральной трибуне руководители Коммунистической партии Советского Союза и Советского правительства. На марше ракетные части. Вооружение советских войск находится на уровне современных требований, а их возросшая мощь вполне достаточно, чтобы сокрушить любого агрессора. Военные части сменяют на Красной площади москвичи, участники праздничной демонстрации. В этом году страна отмечала Первомай под знаком претворения в жизнь решений 23-го съезда КПСС. Окрыленный новыми планами, советский народ идет навстречу славному юбилею, 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Несокрушима связь Ленинской партии с народом. Ярко и радостно прошел в столице День международной солидарности трудящихся. Это был 1 мая 1-го года новой пятилетки.